на Футбик и стадионы мира представляет. Уже давно известно для общественности, что Лионель Месси перешел в МЛС, клуб Дэвида Бекхэма. Но серьезной озабоченностью является вместимость домашнего стадиона Интера из Майами. Навряд ли 18 тысяч человек – это то, чего ожидаешь увидеть на домашних матчах с участием Лео. Но ожидать не ожидаешь, а видимо придется. Ведь Интер проводит матчи на в кавычках временном стадионе ДРВПНК, расположенном в 50 километрах от Майами в городе Форт Лодердейл. Так, подожди. Это что выходит у нас, что Интер Майами по факту и не Майами вообще? Ну, как бы да. И более того, этот так называемый стадион ДРВПНК был открыт только в 2020 году перед дебютом клуба в МЛС. И в принципе можно было бы закрыть глаза, да спокойно потерпеть несколько лет строительства нового, нормального стадиона. Ведь это Америка, и построить там что-либо зачастую стоит колоссальных денег. Да только вот переход Лео Месси не особо вписывается в эту концепцию развития. Ведь на эту звезду такой спрос, что билеты на домашки клуба разлетелись мигом. И вот тут-то бы какой-нибудь Олимпийский сгодился, но Олимпийского нет. Но есть планы по строительству нового стадиона. И эти планы были у клуба Бекхэма задолго до появления Месси в составе. Да чего уж там, они есть аж с 2018 года, когда Интера еще и не было ни в какой МЛС. Новый дом для теперешнего клуба с Месси в составе будет расположен именно в Майами. Но только вот масштабы стадиона, возможно, придется пересмотреть. Ведь по концепту вместимость опять 25. Не, серьезно, 25 тысяч человек. Да и построят его минимум к 2025 году, что не особо кажется реалистичным. Но тем не менее, новый стадион под названием Miami Freedom Park – это большой развлекательный центр с прилегающим парком и футбольной академией. А внутри, в чаше, стены будут являться большим мультимедийным дисплеем, как в Краснодаре. Да и вообще, уж сильно эта задумка смахивает на подход Галицкого. В любом случае, теперь Бекхэму срочно нужно ускоряться. А пока что, как кажется, выбора нет. И игра Месси на ДРВПНК вызывает у некоторых людей серьезное опасение. Вот, к примеру, слова кипера Интера. У нас есть современный стадион, где люди могут выходить на поле. Мы играем на стадионе без охраны. Лично я думаю, что клуб не готов к приезду Месси. Но самое главное, что они реагируют и заявляют, что безопасность игроков в дальнейшем будет усилена. А также за счет добавления мест вместимость временного стадиона будет увеличена до 22 тысяч человек. Что ж, видимо, нам предстоит понаблюдать, как дальше здесь будут развиваться события.